В 92-м году в бургерной Ален Айверсон сказал своим партнерам по школьной команде: «Парни, думаю, я бы победил Майка 1-1». Все подумали, что он имеет в виду Майка Эванса, партнера по команде, и сказали: «Естественно, ты обыграешь его, брат». «Нет-нет, держу пари, я бы обыграл Джордана». 12 марта 1997 года Айверсон получил шанс это доказать. Дебютный сезон в NBA. Филадельфия против Чикаго. Джордан вышел защищаться 1-1 против Айверсона. Вторым кроссовером Аллен убрал Майкла и забил со средней. Как признавался сам Айверсон, это самый памятный момент за все игры. Уже после завершения карьеры Айверсон сказал Джордану: «Мужик, люблю тебя». На что Джордан ответил: «Если б любил, не убрал бы меня этим кроссовером, засранец».